Всем привет! Вы на канале 10 соток, меня зовут Вика, и сегодня я осталась одна на хозяйстве. Сегодня здесь хозяйка я и, ну, вместе с Сёмочкой. Родители уехали отдыхать на рыбалку, а меня оставили здесь. Следить за утками, курями, дать им еды, воды. Ну, в общем, пойдемте, я покажу, как и что я делаю. Давайте теперь выпустим наших балансиков. Это вообще классные курочки, мне они очень нравятся. Я их очень люблю. Вот они. Привет, малышня. Вот этот вот мой любимый. Он очень любит ездить на руках. Собаку, как видите, вообще не боятся. Все кормушки я сейчас снесу сюда. Осталось только помыть всем ведра. О, одну уже скинули даже. Прекрасно, спасибо. Ой-ой-ой, главное, чтобы сейчас сама не скинулась. Это, наверное, уточки хотели мне помочь, хотели помыть в своей луже мне. Первая баночка готова. И вот так вот каждое утро и каждый вечер. Заходи. Вот наступил вечер, я снова здесь, снова пришла сюда и опять пойду сейчас давать курям воду, еду. Всех накормлю, попою, уток покупаю. И всех загоню по своим курятникам. Первым делом давайте проверим курятник. Вдруг яички... О, ого! Аж три! Только в одном гнезде. Прекрасно! Курочки сегодня молодцы. Вот такие вот три яичка у нас. Так как родители уехали, оставили меня одну, то приготовлю их себе на ужин. Дальше снова соберу все кормушки сразу просто. Ты возмущается, голодная. Да, ты голодная. Девочка, красавица. Так, раз кормушка. Вы посмотрите, что он вытворяет. Угу. Да-да, ты. Да, ты. О, малышня бежит. Бабанчики маленькие бегут, встречают. Хорошая. Да. Так, идем теперь за их кормушечкой.
Такие милашки. Ну, сразу запрыгну. Ой-ой-ой. Ой, обступили. Детский сад. А то, что тут забыл. Ой, вот такие вот они классненькие. Да. Хорошенькие. Даже еще не все съели. Не сильно старались. Ну, им нужно будет насыпать корм. Их. Так, два кормушка. И вот такие вот красавчики сидят. Еще один. Да это тут нападает на кого-то. Семочка. Семочка сегодня мой помощник. Да? Да, Семка, молодец. Он мне сегодня помогает. Целый день со мной на хозяйстве остался. Да, так, теперь следующее, нужно забрать водичку. Я сразу всех соберу, чтобы всем сразу все и помыть. Так, отнесем это к водопою. Раз. Сейчас вторую кормушку. Ну, погливаю. Два. И из курятника забрать третью. Ой, дала пинка под жопку маленькому балансику. Извини, пожалуйста. Ути. Рычат там что-то друг на друга. Поругались. Почти не выпили. Но все равно поменяю. И третья поилочка. Там вот вылила их водичку. Ну, значит, так пить не хотели. Ох уж эти курочки. Вот эти самые лучшие курочки. Такие классненькие. Так, сейчас идем мыть. Уточки тут купаются в ту лужу, которую я им выращиваю каждый день. В той луже, которую я им выращиваю каждый день. Вот, видите? И вот так вот каждое утро, каждый вечер поливать ее. Теперь осталось только полить огурчики. Ну вот и последний этап — кормежка бройлеров. Вот день подошел к концу. Уже все стемнело очень сильно. Я всех покормила, всех попоила, все полила. Можно идти домой? Уже так темно. Хорошо, что со мной Сёма, мне не страшно.